Закона, точка. А бьет верабу ильхот нида. За то, что законы нида очень много. Аллах вложил нида. Вешнам диним рабим бедине архакот безман шаеша тамеа. Есть очень много законов, которые человек должен отделиться от своей жены, когда она нечистая. Не трогая, не поддавая в руки ничего. Вместе ребенка поднимать нельзя, обнимать нельзя, целовать нельзя супругу, когда она не да. В одной постели спать нельзя, когда она не да. На одном стуле сидеть нельзя. Окей? Очень много законов есть, когда человек должен себя отдалить, когда его супруга не да. Ведине, хабедикот бешиванекин, как женщина должна себя проверять на 7 дней, чистых дней. Ведине, вестот, пришат айша мибала. Есть законы, весет, есть весет, весет кого, есть весет никого, есть времена у него идет каждый месяц в один тот же день. Thank you. А если у женщины идет день до, день позже, если иногда попрыгивает, есть 30 дней, 31, 32, 33, человек должен знать, когда от своей жены быть далекий, потому что вдруг это сегодня ее весит, ее сегодня ночь, он не знает, он говорит, ага, кровь нет, я имею право жить. Может, он сейчас живет, и когда он выходит, видит кровь. Это проблема, потому что считается, что он же с женой, когда она не да. Карет. Опять, здесь какой карет, как это работает, все эти детали, мы пойдем дальше. Почему? Потому что usually, карет там, когда он знает, у него сейчас кровь есть, и он с ней живет. Или он сознательно. Он знает, у него сейчас кровь. Он знает, что она не да, он знает, что... Если они знают, что она сегодня должна быть чистой, он с ней живет, когда он выходит, он увидит, что она посередине акта увидела, здесь у него нету карет, но он должен сделать тушува. Почему Бог меня в такую ситуацию поставил? Понимаете? Бог человека в ситуации не ставит, где он не достоин такого. Ух ты. А если вот такие кейсы, да, человек, она не да, жена, это женщина. Они же спят на одной кровати, но не трогают друг друга. Это карет? Окей. Это самый большой грех. Почему? Потому что Гемара, Шаббат, 13-13, приносит кейс, где мужчина был Талмид Хахам, и он со своей женой спал на одной и той же постели, даже у него большая постель была, они спали по разным сторонам, и он молодой скончался. Очень. Поэтому его жена ходила везде, говорила, почему так, мой муж скончался, это то. Илья Ванави пришел, доказал ей, что ее муж не был такой цадык, которого она думала. Он был там и хахам. Но люди, слова раввинов, должны говорить серьезно. Когда вы спите, у вас контроля нет, что вы делаете. Вдруг ваша жена тронула, ваша рука тронула вашу супругу. Проблема, нет? Карет. Это, опять, трогать пальцем не карет, но это принесет. Потому что, когда они бывают почему, вместе... Почему нельзя так трогать? Она грязная. Там что, мордой? Жене можно такое сказать, что надо лечить? Конечно, сама знаю. Это у нас в комьюнити проблема большая. Это во всем мире проблема. Большая, Скоро. Идемте мы step by step. Когда человек step by step идет, он идет счастливо. Давай. Где все радостные, все правильно поднимаемся. Теперь, еще раз. Когда женщина нечистая, что ее проблема трогать? Наши раввины сказали, что так как человека жена, это его жена, у него преграды нету к ней. А мак, о чем уже не у него дома, правильно? Он что хочет, как хочет, когда хочет, где хочет, что хочет, может делать. Это его жена, его дом. Когда она не да, сейчас, он начинает быть ее пальцем, тронуть ее палец, все уже, огонь сжигается. Почему? Это его жена, у него сжигается огонь, и он будет идти дальше. Когда же уже дальше идет, он уже себя держать не может. И он будет потом с ней жить. Да. И вот это наши раввины увидели. Если кто-то скажет, не, я Талмид Хахам, я цадик, я буду трогать, я буду ее обнимать, не буду с ней жить, то говорит, принимай лекарство. Почему? Потому что раввины, когда они эти преграды ставили, между ними были пророки. И они сказали, это мы видим такое ситуацию даже с большими рабами. И за это человек должен знать, до свадьбы, до женитьбы у них должно быть в доме. Значит, в комнате две постели. Так, это грех. Да. Это грех по раввинам. А если трон не возбудился?
Такие вещи, понимаю, такие вещи становятся где? В двух местах. Где? Где становится? Такие вещи становятся в двух местах. Что он не возбудился? Где становится? Психбольница или кладбище? Боже мой. У нормальных людей это становится. Возбудился. 100%. Окей, маленький вопрос. Человек, он не ангел. Володя, один маленький вопрос. Аминапос. Эн апостопус ла арайо торгот. Нету гигант на прелюбодействии. Чтобы сказать, я зайду в ресторан, где там все голые женщины, неправильно одетые, не надетые. Я зайду, я не буду где ходить. Малах туда зайдет, оттуда грешный, ты еще кто? Что такое грех? Вот, зашел в ресторан, женщина танцует, голая. Это грех? Это, что такое грех? Посмотрел на нее? Мысли. Тронул ее? Или как это? Мысли на нее? Все общее. Просто я не говорю, что специально зашел, случайно вот зашел. И вот вышли там какие-то неправильно, они прошли полуголые. Что такое грех? Он знал, что там такие люди нет. Есть? Нет. Он зашел гладко, шейный, там нормальный, да, сам, да. И когда он зашел, увидел там же. То, что он туда зашел, он ее не видел так, не знал, что она там будет, он ее видел, не проблема. Он вышел, окей, Ашем, я ничего не специально не сделал. Но когда он второй раз стал смотреть, или обратно зашел, или еще раз хотел посмотреть, там большой грех становится. Почему? Почему? Потому что человека, тело, мы не как гоим. Мы читаем... Мы читаем на Алену на Шабеях одну фразу. Дайте секунду. Я эту фразу несколько дней себе написал. Видите, иногда человек забывает. Мы читаем Алену на Шабеях. Вы со мной? Да, да. Пошел книжку читать. Когда вы внутри будете смотреть, вы на всю жизнь запомните это. Это никогда не забудете. Видите, я не посмотрел тогда, я не запомнил. Откройте. Написано вот так. Первый куплет. Да. Читайте. Дальше. Вот. Читайте. Шело. Кгое. Ха-арацон. Стоп. Шело Асану. Бог нас не сделал. Кгое ха-арацон. Как гоим на земле. Значит, Бог нас не сделал. Как гоим на земле. Что значит? Мы не как гоим. О, стоп! Что у нас другое, чем у гоим? Чем мы разница между ними? Еще раз. Животное имеет одну часть души. Называется нефеш. Нефеш – это душа, которая хочет только кушать. Человек, когда кушает без браха, беспрекратно, кушает. А, браха. Мясо молочное. Невела, телефа. Что Тора говорит? На инстинкте. Тора говорит, что? Бема. Почему? У него только одна часть души работает. Живот. Теперь, у нас есть после животного другой левел. Что? Человек. Что называется между человеком и животным? У нас другой часть души есть. Это называется руах. Руах – это то, что разговорный речь. Кто разговаривает? Все люди разговаривают. А теперь есть гоим, все разговаривают. Вы же разговариваете с гоим, нет? Душа имею в виду. У них есть что? Руах. Теперь идет третий левел. Нешама. Это только у евреев есть. Вы еврей, у вас есть нешама. Вы гой, нету нешама. Хотите стать евреем, должны учиться, пойти в микву. С миквы выходите, у вас появляется нешама. А у гой руах. Стоп! Вот этот нешама, что у вас есть обязанность за ним ухаживать. Когда еврей заходит в ресторан, в тот же ресторан, где гой зашел, и он увидел женщину неправильную и надетую, он ничего не теряет. Почему? У него нету той святой души, которая требует Тору каждую секунду. Раби Аарон! А у кого нешама? А у кого нешама есть? Начинается борьба здесь. Я вам скажу, что происходит теперь. Шалом.
Бахаут. У Гоим, значит, есть руах. Угу. И не руах. У них нашама нету. А, нет? У нас есть нашама. Теперь, что становится? Наша нашама, она требует Тору. А вы видите, столько евреев, которые Тору не требуют. Потому что у них уже руах. Вот эта нашама, святость, она святая. Но грехами, 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 у них стала уже гора тума, и все это у них показывает, через эту гору выйти, им надо один раз на Йом Кипур пойти, на какой-то шиур пойти, чтобы какой-то равен, чтобы с дрелью дорогу сделал к их нашама. Потом они хотят Тору, понимаете, через вот эту дырку. А человек, который зашел в этот ресторан, как вы сказали, и он увидел женщину, это душа, которая у него Росла. Он то учится, он шахарит, михарит, молится, он тфилин надевает, это все душа поднимается у него. И вдруг он начинает смотреть на женщину, и вдруг он еще смотрит, что становится, эта душа у него, а теперь уходит, опять тума его покрывает душу, и он отдаляется от Ашема. Понимаете? Здесь боль сильнее, потом Зоар приходит, что-то сильнее говорит. Зоар говорит, подожди секунду, как человека имя, как человека глаз называется? Аин. Как пишется Айн, Юд, Нун. Айн 70, Юд 10, 80, Нун 50, 85 будет 130. Одно имя Бога, сколько? 26. Умножить на 5, 130. 20 на 5, 100, 6 на 5, 30. 130, нет? Теперь два глаза. 260. Это 10 раз имя Бога. Когда он с глазами посмотрел на женщину, которая нельзя было смотреть, он как бы счеркнул 10 имя Бога. Или на 10 имя Бога он поставил тума. Больше этого греха есть? Нету. А теперь что становится? Когда он начинает смотреть, теперь он, когда уже в синагоге молится, у человека мозги, это как видеокамера, которая имеет там рекордер. Вот это, когда он в книгу смотрит, вот это у него на глазах играет. Облик этот. Хашем говорит, оу. Ты то, что посмотрел 3 секунды, теперь эта реакция на твое тело дает уже 30 минут. Потом через молитву, потом он хочет со звездной время проводить. Это нехорошие видеокамеры, у него на глазах играет опять. И он же говорит, ты со мной или с кем-то? Я не понимаю, где ты? Почему ты тебя не видно, не слышно? What's going on here? You understand? Из-за этого потом блокадж начинается. А если человек контролирует, он говорит, эй, excuse me. Вдруг человек ходит по улице, вдруг что-то посмотрел, но не хотел это смотреть. И появился, он тут же отвернулся, вот эта клюша на него место стоит. Почему? Он говорит, смотри, я тебе что-то показал, ты поборолся с ним, у тебя сейчас сын стал клюша победителя. Это философски. Но грех, Тора говорит, все грехи в мире начинаются от глаз. Человек, который свои глаза не может контролировать, его глаза его свалят. Из-за этого он должен работать над этим день и ночь. Это наша забота. Как? Это слепой заход большой имеет? Слепой вообще заход не имеет. Не имеет. Но. Почему у него нету тот тест? Это я говорю слепой, который рожден слепой. А если слепой, он смотрел, потом стал слепой, и ему потом объясняют, как женщина, кто как, и он не хочет слушать это, он над собой работает, на самом работу, у него есть кидуша, у него есть заход. А еще в жизни ничего не видел. Не знаю, что такое. Окей, теперь мы идем дальше. Почему? Потому что это здесь столько законов. It's good stuff. Так и просто вопрос пошел, я должен был дать ответ. Да, это вопрос. Гоем нету, значит. Это... Нишама нету, у них мида нету, вообще у них тума нету. Вот, допустим. А почему у собак есть нишама, а у них нет? Какой там? Нет, собак. У собак нет. Есть руах. I'm sorry, нефеш. А у гоя вообще нету? Гой есть нефеш. Тоже есть. И руах тоже есть, а нишама нету. А, 5 видов левел души есть. Нефеш, руах, нешама, хая, яхида. Нефеш у всего живого есть. Окей, okay, животный человек. Растение. Руах, растения. Деревья, цветы. Тоже нешама имеет? Нешама, бараха говорит. А, нефеш. Фрукты, овощи. У них нешама нет. Нет. Все живое, окей, хай. Когда что-то имеет нешама, надо делать шхита. Шхита. Кроме рыбы. Окей, нефеш есть у животных, руах у разговаривающих, нешама каждый еврей, простой еврей, не может, даже он не цадик, нешама есть, да, и вот этот нешама у него имеет спарк,
искру от Бога. Какие бы он в мире грехи ни делал, вот эта искра никогда не погаснет у него. Не то, что значит, что он должен эти грехи делать, нет. То, что значит, что он в любой момент может прийти и себя через эту искру обратно найти и подняться. Потом идет хая. Хая – это уже, если человек сильнейший талмид хахам, у него появится специальная нешама, где он с Ашем имеет коннекшн, он без Торы, я еще цыпленок. Это большой талмид хахам, как Рабхан Каневский, Рабхауадзе Йосеф, большие Танаим, Амураим, окей. Потом Ехида идет, это индивидуал. Некоторые говорят, что Ехида только был у кого? У Моше Рабейну. Они говорят, нет. Аризал имел Ехида. Сегодня Аризал Йорцайт. Сегодня. Хотите там свечки, будем зажигать попозже. Аризал. Аризал бен Сара. Рабиаля Кадош бен... Я забыл его по имени. Я сейчас вспомню. Prophecy level называется, да? Это сильнее всего. Из-за этого у нас есть обязанность, когда у вас есть часы, которые $20 стоят, вы где хотите его ставить. Ваши часы стоят $20 миллионов, вы сами будете переживать, но это у нас душа. И за душа говорит, эй, ты не как гой. Шелоа сануку гоярацу. Смотрите теперь внутри. Шелоа сануку гоярацу. Первая буква? Шин. Шин. Что это гематрия? 300. Асану? Айн. Айн 70. 370. Кигоя каф. Сколько стал? 20. 390. Ха-арацот, хей. 5. 395. Мы говорим, Хашем нам не сделал, как говорим. Что Хашем нам сделал? Говорится, номер 395. А что 395 выходит? Нишама. Нун. 50. Шин 300. 350. Мем 40. 390. И хей 5. 395. Окей? You see it? Нишама. Вот алейну нишама, когда мы говорим, шало асан, ки гоя арсот, Ашем нас не сделал, как гоим. А что он нам сделал? Нишама. Первый букву возьмете, выход нишама. You understand? Хелек хавалим, это... Понял? Хевел хавалим, это там другое что-то. Это суета, суета, что-то. Ки гоя. Шало асан, ки гоя арсот. Guys, anybody want pizza? Don't be shy, this is your house. Okay? Браха, хамоци, пицца, drinks, anything you want. Don't you? Rabbi, we also know from Balak, right? Да. He says, I wanna have an end like a Ramadan. Да. И бет два, чё? Я помню, чё-то... Не то, что они делают... Байрам. Я киду до Байрамба. Окей, next. В отдельных комнатах спать можно или нужно именно в одной комнате раздеть? Окей. Закон говорит так. Закон говорит так. Когда человека супруга, когда мужчина, супруга, нечистая, хорошо, чтобы он в одной комнате не спал. Почему? В одной комнате, чтобы спал. На других постелях, но в одной. Почему? Чтобы не показать, когда ты чистый, я тебя признаю, когда ты не чистый, я тебя не признаю. Да. А если комната очень маленькая, кровать никакая не помещается, она соглашается, чтобы он вышел из комнаты, или она говорит, я уйду из комнаты, ты здесь спи, у них согласие обоюдное, никто не обижается, можно уйти из комнаты, не проблема. И матрас можно тоже, да, делить? Матрас. Если он... разделяющий матрас, отдельно стоит, не проблема. Теперь, бьет, да, а есть такие отделяющие. Очень большие они, они не могут вместе спать. Но, даже queen, sorry, king size, double, triple king, все равно они имеют право на одну постель. Можно вот это чуть-чуть подвинуть, чуть-чуть вместе. Вот это чуть-чуть подвинуть, это уже хорошо. Окей. Бьет, верабу и ход не да. Есть закон лида, не да, их полно. Видишь, нам деним рабим бенене архакот. Есть очень много разных законов, когда человек должен отделяться от своей супруги. Как сказать, не отделяться, а иметь расстояние. Безманша еша темеа, дистанцию. Когда она нечистая. Ведине хабдикот бешивана кием. Как она себя проверяет на 7 чистых дней. Ведине вистот. Как она знает, что у нее должны были прийти весет. Весет это когда у нее должны были прийти ее... месячные, родственники, whatever. У каждой жены разные, у каждой женщины разные, у каждых все разные женщины. Никто не может сказать, а у них так, значит у меня тоже так. Но каждая женщина это свой мир. Из этого надо законы учиться.
Везет ближа, пришла даша ми баала. Как женщина должна от своего мужа иметь дистанцию? Ше регила лил от эт виста. Когда она должна видеть свои родственники. Мы будем разговаривать чистым языком родственники, окей? Ведине китамим. А есть еще у женщины разные стейн, пятна. Не все крови, которые есть, она все не даст. Но у нее есть пятна. У нее есть кровь идет, а иногда пятна. А пятна это не таме, пока там не будет свои вида... Пигмент. Of course. Ленуй нишмат. Балой бад яфо. Мадахай бен фрехо. Илёбен хусни. Кондишн. Условия. Каждый пятна имеет свои условия. Допустим, если пятна попали на белый цвет, больше чем 2 на 2 сантиметра расстояния, она нечистая, если этот белый цвет был cotton. Если это был полиэстер, nothing. Если это cotton, но бежевый, красный, синий, зеленый, коричневый цвет, черный цвет. Даже хоть там 20 сантиметров на 20 сантиметров, она чистая. Эти все, которые отправляют рабами, они проверяют его там через банки? Да, да. Надо да. Приходить к рабам, если... Да, отправляйте. Вот, usually, люди, которые у нас на Вимольсе, они ставят на мейлбакс, моя жена видит и посылает им ответ. Да, да, нет, нет. Окей. Чистый или нечистый. Ведене китамин. И разные пятна. Вне эманута ишаде бала бьет бейлхот элу. Как женщина, как ей можно доверять или нет на эти законы. Конечно же, каждый мужчина обязан своей жене верить и доверять, когда она говорит, я чистая или нет, пока он не поймает, что она его обманула. Как это ловит, мы это все скажем. Вединех, опять, не ловит, как она поймала сама. Вединех хахана литвила. Как женщина подготавливается идти в микву. Не просто она искупалась, все пошла в микву. No. Там есть подготовка. Да, везде. Хилхот хатица вахафифа. Как она должна даже зубы почистить, чтобы ничего не было преградой между ее телом и между водой. Окей? Это хатица. That separates between her body and the water. А еще есть хафифа. Хафифа что такое? Правильная подготовка, очищение своего тела. Как она должна себя правильно почистить до того, как пойти в микву. Это все тонкий-тонкий закон. Лахен кол хатан векала цирихим лилмод хетев эт илхот нида. Каждый хатан кала обязан хорошо учиться в закон нида. К сожалению, когда мы женились, все торопились. Окей? И 20 лет назад эти вещи не так, никто так строго не брал. Брали немножко 3-4 закона учиться. Окей, бай, все, you good. Сегодня Барух Хашем, все мы близко к Торе. У нас есть дорога идти расти. Окей, хетев эт алхот нида. Шеешь бахем исурей карет. Потому что если человек хорошо закон не да не знает, там карет. Карет это вы сами знаете, что сами видите, что происходит в мире. Амин. Все, что это война, молодой кто-то скончался, эпидемия, корона, все это война. Одно слово за ним стоит. Что это? Карет. Ашем говорит, ты такой сделал грех с неда, я тебя должен, не дай Бог. И знаете одно, вот сейчас вы пришли на этот урок, аллахот не да, это убирает карет. Вы ничего не сделали, вы пришли слушать, до этого. 40. Зоар говорит, I'm sorry, я сейчас пойду туда. Зоар говорит, что есть 100 видов карет. Есть карет года, есть карет месяца, есть карет неделю, есть карет дня, есть карет часа, есть карет минут. Если человек должен был жить 100 лет, и он сделал снида, грех, или Йом-Кипур поел, или на Песах Хамес поел, это карет, который его режет на, скажем, на годы. Есть второй вид карет, где он начал, потом все остановил. Он не берет там карет на годы, я вам даю просто пример. Он берет там на месяца. Допустим, он должен был жить 90 лет, он живет 90 лет,
Но он должен был жить 90 лет и 6 месяцев. Вот эти 6 месяцев Богу не убирай. За это считается его карет на что? На месяца. А есть карет на дни. Он должен был жить 90 лет и 6 месяцев и 3 дня. Он живет 90 лет и 6 месяцев, но 3 дня он не живет, он убирает. У него дни убирают. А есть карет на дни, на часы. На 5 час дня он на 1 час дня умирает. А есть карет на минуты. Он должен был скончаться на 15 минуты, он на 1 минуту умирает. Это тоже считается карет. Понимаете? Есть карет, что вы... Продлить жизнь две дороги. Одна, вот как мы учимся сейчас, говорит Хида, учиться Тора бе-июм. С каждым деталем. Он хочет знать каждую деталь. Вот это очищает его карет. А мама уважает тоже продление жизни? Само собой. Да, но если человек здесь заработал, там отрезал, что будет? Понимаете? 2.15, 1.30. Не первая мица, а папа, мама уважает. Первая мица. Опять. Есть мицва, которая дает плюс, а есть мицва, которая делает минус. Понимаете? Там делай мицва, делай уважай папу маму. Здесь не делай. Жена, которая не дает, не живи. Понимаете? Человек живет, карет. Человек на Песах покушал хамец, карет. На Кипур покушал хлеб, обед, карет. Это больше, чем не да, только на он карет или он действует на здоровье, парнаса, все еще там. Самое. Сильная вещь в мире – это смерть. Самая сильная, больше любой боли в мире. Если человеку жизнь укорачивается, это что, под нас они бьют? Все бьют. Не, есть такое вот, как у нас. Мы раньше грешили всякие дела, потом пришли к такому моменту. Когда человек от души делает тешува, Ашем говорит ему: ты сейчас для меня по-новому родился. Никакой грех на твоей голове нету. Ноль. И никакой панишмент тоже нет. Nothing. Кто по-другому говорит, в 10 местах Гемара докажет, что он не прав. В 10 местах. Гемара говорит, мохлинно алкола монотау. Одно место это Гемара Йома. Как новорожденец. Если он от души раскается, от любви, мохлинно алкола монотау. А что ему все его грехи очищают. Окей, next. Ведина ханал твила, вилхот хатица. Хатица что такое? Вот вы зашли в микву, окей? И у вас что-то прилипненное есть на руках. Вода не дошла на ваше тело. Это называется хатица. Как это будет? Хатица. Как это будет? Хатица. Separation. Или... Stop. А? Волосы покрасила. She has color on her hair. Она должна убрать этот color. Мы эти все детали пойдем дальше. Каждый деталь пойдем дальше. Окей? לכן כל חתן וקלה צריכים ללמוד היטב את הלכות נידה שיש בהם איסורי כרת ועל החתן למצוא רב שהגיע להוראה חתן דוז'ן נאיציד לבין קטור אימי פראו אוצ'ית אבסניאת זקוני אימי פראו און סקזת אתה קשרני, אתה ניקשרני אתה מוז'נה, אתה ניזיה אתה דה, אתה נית און אימי פראו אתוצ'ת זקוני שיורלו את הדרך אשר יעשה שטובי חתן ונדל פרל נפוצטבי כודאי מופרל נעצי ועל פי תורתו של מרן האמור פתורי כתור ראוצ'ו לאוואדיה יוסף פספרדי זקונם אשר הנחיל לנו תורה נפלאה בפרט בספריו תארת הבית כתור און נפיסל סוייך קניגך תארת הבית את קניגי קשדי זניך $1,000,000, если не больше. Столько законов и телесных оттуда выходит. Я вам попозже принесу несколько кейсов. Сейчас это первый день. Too early. Без Адашем будут моменты, где я вам буду приносить разные тишвот, которые Лавадзе приносил, и скажете, вау. Там, где некоторые рамин думали, что эта женщина не да, он докажет, что она не да. Где они сказали, что она не чиста, он докажет, что она чиста. Мы это идем по деталям. Okay? И через это он нам показал, осветил дорогу, куда идти. Удварав хэм лану лейнам. Его слова для нас, как попутствие для наших глаз. Виясаде дварав алпи дивре апоским лишоним ахароним. Если каждое слово сказал, это по знаменитым лавинам апоским лишоним ахароним. В альце ва амарана шулханух. И особенно по словам Маран Шулханух, кто написал Шулханарух, раба Йосеф ка каро. Вехен... הקלה צריכה לקבל הדרכה אצל מדריכת קלון.
кала должна пойти и получить обучение правильное, что она училась возле своей рабанит, получила правильно, что она училась. Не то, что посла $100 за бумагу заполнили, сказали you good to go, но она должна учиться, знать, потому что эти каждые вещи очень важны. Муж с женой могут себя сильно любить. Если они закон не дают, или трогают, или даже целуют во время неда, вот это поцелование сделало шедим, вот этот шедим, в этот день сегодня он поднимет бардак, и они будут сегодня драться и ругаться. Почему? Потому что у них цепочка соединена с грехами. Когда цепочка соединена с грехами, он должен себя взорваться. Вот это очень опасно. Когда человек держит закон, у них дома шамабайт натуральный. Не такой фейк, I love you, love me, говори бек, афинисти. А он натуральный. Почему? То есть они держат кедуша дома. המדריכה על פי פסקיו של מרן, זכותו יגנרן עלינו, צריכה לשנן היטב את החומר הנלמד. אנה דז'נה פסו פקריט דיטלס, כתורי דז'נה קלה זנת כודה נעדות, כתה נעדות. אנה דחות דבדום, אנה דז'נה זנת ככי זקונו וניו, שתובנה סווי זקונו זנאו. באמת, כך ז'נה דז'נה זנת, מז'נו מייסם מלאקום, так и эти законы не да, когда она чистая, когда она не чистая, какие одежды надевать, когда можно, когда нельзя, когда ей надо идти мику, когда нельзя идти мику, когда она считает 7 чистых дней, она имеет право сегодня начинать считать. И если она посчитала, она правильно считала, она себя правильно проверила, она имеет право сегодня пройти мику, может она идет день раньше. Понимаете, эти все законы человек должен хорошенечко вызубрить. Бихдеш это ебекиа бехола алахот, чтобы она знала свои законы профессионально. Good. Ханугаот лехатан улькала, который связан с келин и домот. Хатан кала. Honestly, вам надо было ваш домот просто принести. Сказать, акаджон, идем на шиур. Это для них сегодня тахлит. Обифрада хатан царих лимот это хомер хадак хетев. Хадак хетев. Кирова калот ломдот хелек меадварим убикцера. Потому что большинство келин сегодня учится коротко и ясно. А домот, который закон эти знает, он знает, как продолжать семью в чистоте. У лахара хатуна, после свадьбы, рацующая хатан вакала икбу зман лелимут элхот элу бияхад. Очень правильно, чтобы келин домот после свадьбы один раз в неделю сделали себе 15 минут время, они сидят на диване и учат эти законы. И вот этим, что они вместе учат эти законы, они никогда в жизни не забудут. Кто помнит, у нас здесь Рав Барух Казиев давал книги, коробку. Да. Мы раздали. Вот эти книги, у вас дома есть, может, она. Возьмите 5 минут в день, 10 минут в неделю, 15 минут в неделю. На шаббат возьмите, сядьте, лезу нынту Аллахот. Вы и ваша жена, у вас появится другая атмосфера в доме. Окей. Теперь, когда женщина становится нида, когда вам скучно будет, дайте мне знать. Окей? Никогда. Весело. Теперь, что такое слово «нида»? От слова «нидуй». Что такое «нидуй»? Не «нидуй», «нидуй» в воздух. А слово... Здесь «дуй», наоборот, там же. А слово «нида» от слова «нидуй». «Нидуй» — это значит как «херем», как «excommunicated». Но мы не говорим, что женщина «you excommunicated». No, guys, guys. Safety is my goal. Okay? Женщина, она когда становится нечистой, она как нида, она должна быть отделена от своего мужа. Один философ здесь в Америке, он сказал, я не понимаю, что это гойма такой. И он стал делать хасокито, почему гойот, многие умирают от женских болезней, чем еврейские женщины, религиозные. И он еще в 30-х годах собрал 3-4 женщин от разных комьюнити. И вышло так, что у еврейских женщин меньше, кто умирает от женских болезней, чем у гоим. Он сказал, почему так? И одна женщина ему ответила, сказала, что у нас по религии мужчины не имеют права женщине жить около 10, 11, 12 дней с того дня, когда она видит своих родственников. Он сказал, почему так? И она объяснила ему, если 5 дней женщина видит кровь, она потом себя чистит. Проверяет, если чисто, для начнем чисто дня считать, а потом идет микву. 5, 7, 12. Он говорит, вау! The most true religious. Yes, Брюки, true religion. The whole thing is fake. The most true religion is Jewish religion. Почему? Он говорит, а видишь, его фамилия Соден не говорит.
он говорит, когда человек упал, окей, руку поцарапал, открытый рану, открытый. Если он берет грязь и на него размазывает, инфекция становится, потом что становится, проблема становится. Женщина, которая у нее приходит ее менструация каждый месяц, когда кровь идет, вот сейчас она считается больная женщина. Открытая рана. Открытая рана. И он хочет с ней еще не жить. Я сказал, я мужчина. Он хочет с ней жить, и его и ее жизнь в опасности. Почему? Он по открытой ране свое тело трет. Шатай, вот его. У меня русский что-то сильно нехороший стал. Обтирай. Трет, whatever. И что становится? Ее болезнь переходит ему. Отсюда они оба начинают болеть. Вы понимаете? Вы знаете, есть такие болезни в мире, которые если женщина имеет, мужчина имеет. Какие, например? За что? За что? За полевые акшены. А люди думают, Какие болячки, например, Абай? Пример, если у кого-то из них проблема с легкими или с печенью. Uh-huh. Печень проблем переходит. Uh-huh. Я правильно говорю или нет? Хепатитис вот это. Хепатитис переходит. Если у мужчины есть, у женщины есть. У женщины есть, у мужчины есть. Почему? За то, что они живут вместе. А если в данный момент у нее сейчас рана, он с ней живет, она не да. Что становится? И он сказал, вау, он говорит, вы не только даете время, чтобы кровь остановилась, вы еще даете время, чтобы рана зажила. Он говорит, вау, это гений. Один раз, второй черный уже этот, профессор, он взял две розы, купил, двоим женщинам дал. У одной, кого менструация сейчас есть, они оба гоют. Вот сейчас у нее менструация есть, а у этой нету. И он взял, пятна подержали они, взял обратно на воду поставил. У кого была не да, сейчас у нее кровь шла, через... Два дня этот умер. У той еще пять дней жил. Как там и переходит, показывает, да, как там переходит. Менструация, слово минус. Вот это минус переходит. Понимаете? А у Гоим такое есть, чтобы они ждали? Или... У Гоим? Вот мы же только что сказали, у них нету слова нешама, у них нету кедуша. А, что я хотел сказать? Еврей, еврей, Коэн имеет право на еврейский кладбище заходить? Нет. Возле могилы да. Стоять имеет право? Нет. Сегодня мы учились говорить, женщина да, мужчина нет, да? Мужчина нет. Но мужчина Коэн имеет право заходить на кладбище Гоим. Гоим, да. Почему? У них тума не так уж. Нет. Но на залез на могилу он имеет право. Но возле могилы стоять, no problem. Почему? У них тот кедуша нету. У них нешама не был, чтобы кедуша там был. Там, где есть нешама уходит, тума становится. Понимаете? А у них, когда нешама нет, то они как дохлые барашки. Окей, next. Неймар Батора, в Торе написано, «Вейша китие зова», когда у женщины идет излияние. «Дам е зова бивсара», когда у нее идет излияние крови в ее теле. «Шивад ямим тие бенидата», она должна быть неда, 7 дней. По Торе, сегодня у нее кровь пошла, она 7 дней сегодняшнего дня там и неда. Который. Ульхен колиша шельгиша шеяцада мерахама мекора. Если женщина, она почувствовала, что у нее с там, где ребенок находится, матка, ага, у нее оттуда вышла кровь, она становится неда. Едам зова бивсара. У нее открылась ее внутрь, где ребенок находится, и оттуда вышел кровь. Она становится неда. Есть у женщины три этажа. Низкий этаж, называется проздор. Средний этаж, называется хедер, как комната. И третий, высокий этаж, второй этаж, называется алия. Теперь. Первый этаж, это называется проздор, как коридор. Это докуда мужчина может доходить. Окей? Дальше этого он доходить не может. Второй этаж называется хедер. Там, где ребенок начинает формироваться. И находится там ребенок 9 месяцев. Третья комната называется алия. Это второй этаж у женщины. Наверху это. Теперь два места кровь идет кошерно. Середины кровь идет не кошерно. От проздор. Коридор. И от второго этажа.
кровь выходит, она чистая. Вот, мы знаем. Когда выходит кровь от серединного, где ребенок формируется, там, где ребенок формируется, это ее называется M-A-T-K-A, whatever. Оттуда, когда кровь выходит, она не даст 100% хедер. Откуда мы знаем? Когда снизу кровь выходит и сверху кровь выходит, он о себе не дает знать. Она только чувствует, что что-то капает на нее. Когда кровь выходит с середины, у нее тут же есть сдвиги, чувство, признак. Какой признак? Симптом. Или она начинает шататься, симптом, thank you. Или голова болит сильно, или голова кружится, или живот кружится, да. Или ноги отказывают, или она себя слабо чувствует. Эти все вещи, это ее признак. Она говорит, я себя чувствую, что у меня что-то там. Thank you guys, thank you. Thank you, Lord, thank you. Говорит, я себя чувствую, что у меня что-то выходит. Идет в туалет, проверяет себя. После этих всех чувств, даже любой из них чувств, один из чувств, она не да. Значит, или у нее шатание, или у нее боль, или головокружение, или ухо болит, или еще что-то. Она сама свой знак знает. Она один из этих знаков имеет. Это знак, что эта кровь не пришла сверху или снизу. Она пришла с той комнаты, где там ребенок формируется, и она 100% не да. А если симптомов нету? Не да, не имеет. Вообще не да, не имеет. Закончилось. Мужчина может поставить ниже? Женщина, которая не да, не имеет. Когда она последний раз имела не да, она пошла миг. Вообще не имеет не да. После это, он хочет сказать, менопауз. Это сейчас или всю жизнь не имела? Менопауз. Менопауз. Сейчас. Да, до нет. того, как она вот зашла в этот период. Она замуж вышла, нету у нее не да, нету. Нету не да. Это болезнь. Окей, нет, это, нет, это нет. Значит, что у нее детей никогда не будет. Да, нет, да, нет. Да. Она не может быть не да, да. Она да, только она один может... раз, она только один раз в своей жизни должна пойти в микву до свадьбы. Почему? Почему? Потому что еще вопрос, она. Потому что есть, называется, такое называется дам химуд. Кровь радости. Когда любой женщине мужчина говорит, я на тебя женюсь, у нее появляется внутренняя радость. Вот эта радость до того радостная, что сам по себе вот эта комната у нее открывается, и оттуда выходит кровь. Капля. Вот эта капля выходит, за вот эту каплю называется дам химут, она должна пойти в мику. Сегодня проверить себя, считать 7-4 дней, и потом зайти в мику. После этого можно с ней поставить. Да, она не может быть гидрой. Это называется I don't need. Окей, а второй вопрос, менопоз. Менопоз. Когда женщина становится менопоз, она до трех раз должна себя проверить, если у нее кровь идет или нет. Потом она идет в микву. И после этого, когда уже полностью нет у нее больше крови, она последний раз, когда пошла, после этого она больше не должна идти в микву, она больше не будет видеть и не будет проблем. Окей, давайте закон закончим, а потом я вам скажу good night. Сегодня скучно не было? Нет. С вами никогда не скучно, а мне? Sorry. Окей. Ульхин коли шаши эргиши ши отца дам мелахма. Как женщина почувствовала, что у нее с матки, с середины выходит кровь, а филу типа дам кетана, ке гаргир хол. Даже маленький капля крови, как маленький точка песка. Маленький, а? Миллиграмм. Это как косточка. Проверяешь кровь, как вот это. Косточка. Зябрьский, да. Не. Иголка. What's going on with me today? Хардал. Перец. Да, пепперкорн. Нет, пеппер. Вот такой вот, короче, вот точка. Вот что мы. One second. Мастерд, как будет? Горчица. Горчица. Как косточка горчица. Как маленький. Как маленький косточка горчица. Мурч. Она становится. Маленький вопрос. Харей Асура Минатора. Почему? Потому что у нее был шейк. Или боль, и потом вышел кровь. Это называется харгаша. Чувство.
Когда есть чувство боли, чувство раздражения, а потом выходит кровь, это так открывается у нее. Не, обычно у меня голова болит, по-моему, месячный будет бегун. Живот болит. Но есть, так и не без симптомов. Есть без симптомов. Ред просто пошло. Когда женщина пошла в мику, через 4 дня, 5 дней, она заходит в туалет, окей, и вытирает, и там кровь. Это без симптомов. Это без симптомов. Это не та кровь, которая выходит с середины. Это или сверху, или снизу. Это чистый кровь, но опять его другой закон. Смотря материал, белый, 2 сантиметра и больше. И должно быть все, 2 сантиметра и больше. То, что стресс иногда бывает, и это вызывает... Это не да? Это не да. Да, мы поговорим об этом. Бен бе цулати вид, бен бе онес. Или красный цвет, или немножко красный цвет. За то, что он пришел с чувством, и это кровь, она не да. Кломар алде горем хитсони. Или даже что-то ее принес этому. Вамакор хуме эхем ше авлад но царбо. Макор, source, откуда это выходит, это матка, оттуда выходит ребенок. Ламду зот хазал, мя пасуги, это хазал через пасуг, ви гиртает мекор дамея. И она открыла свой мекор дамеха. Откуда выходит ее кровь от мекор? Что такое мекор? Материнский утроб. Как корень, откуда эта кровь выходит? Микан шейна тамея эна бедама ба мина макор. Отсюда мы учимся, что она становится тамей нида, когда кровь выходит с матки. Другие крови, они выходят, они не тамей. А как мы знаем еще знак, что это кровь оттуда, потому что когда кровь выходит больше 2 на 2 сантиметра, тоже тамей. Другой кровь не тамей. Баруха Адонай леолам. Амен, амен. Безрат Ашем. Second шиур. We're gonna make within a week. I'll tell you when. Срочно надо на секунду. Можно это? Кушать, мать.